Что у нас тут еще осталось? Так, у нас тут остались картинки. Дай Миша, пусть он их раскрашивает. Все? Да, все. У нас тут осталась ручка, которую можно стирать. Так. Ее мы положим пока вот сюда. Проводочек. Так, карандашики уносим. Все остальное выбрасываем. Вот так вот. Вот и все. Пустая полочка. Вот одну полочку я уже освободила. Правда, закидала другую. Тут мамай прошел, Миша. Почему у нас все поразбросано? Будем собирать. Значит, что такое? Кто раскидывается? Миша, нельзя так делать. Тормоз у нас. Демонтаж батарей. Что папе срочно пришлось ехать опять в Новороссийск. Что он забыл заказ вложить одну деталь. Теперь нам придется ее отправлять. Алиска наслаждается хлебом со сметаной и ест опять в комнате. Закрываем глаза и делаем вид, что мы ее не видели. Не надо. Есть надо в другой комнате. Вперед. Сейчас снизу поубираем немножечко. Я расстроилась. Вот это вот все надо поубрать. Я, собственно, и начала уборку и увидела, что одна деталь не отправлена, как положили наверх, чтобы не это с пола поднять так. И забыли. Лиза кормит Мишу. Сейчас жду, пока достирается еще одна порция, и пойду развешивать белье и домывать плиту. Будем надеяться, что посылка еще не ушла, хотя вряд ли. Придется отдельный отправлять. Ой, набедокурил папа. Что за непослушный мальчик? Лиза, стоп! Лиза, ты неверно сейчас действуешь. Михаил спустился с кровати. Поправляйте кровать сейчас же. Мама сердится. Ты сделал плохо. Мама сердится. Миша, слезь с кровати. Миша скинул все с кровати на пол. Миша плохо себя ведет. Ай-яй-яй, Миша, ай-яй-яй. Ну-ка, слазь. Лиза, сейчас надо убрать Мишу с кровати и вместе с ним заправить кровать. Он пытается с тобой играть, видишь? Он пытается продолжить игру. Вместо того, чтобы поменять ему памперс, да, то, что ты пыталась сделать, ты затеяла с ним игру. Он наводит беспорядок, визжит, радуется, а ты за ним гоняешься. Вы играете в догоняшки. Посмотри. Он абсолютно считает, как я. Он считает, что он играет. Он показывает тебе язык. Ай-яй-яй, Миша. Разве можно так себя вести? Помоги Лизе убрать беспорядок. Миша, мама сердится. Нет, он продолжает с тобой играть, он будет продолжать делать то же самое. Ты должна объяснить ему, что мама сердится. Мама нас наругает. И призвать его вместе. Видишь, он тебе говорит нет. Мама будет ругать. Мама не разрешит есть конфеты целый месяц. А месяц это долго. Вообще нельзя будет ни одной конфеты брать. А? Будешь одни огурцы кушать. Одно правильное питание. Суп и огурцы. И морковку. Морковку тоже не дам, она сладкая. Помогай Лизе убрать. Быстренько заправляй кровать, чтобы мама не ругалась. Это не игра, это некрасиво, Миша. Ты плохо себя ведешь. Помогай, помогай делать на место все. Надо памперс поменять. Надо памперс поменять, да? Трусики? Тогда поменяй с Лизой памперс. Лиза, помоги Мише. Миша не будет баловаться, да, Миша? Миша! Миша! Если ты хочешь поменять трусики, то надо менять трусики, а не баловаться. У нас обычно, когда Лиза пытается что-то с Мишей сделать, он с ней бесится, он ее вообще не воспринимает как старшую взрослую, он с ней играется. Наверное, потому что она очень часто играется с ним. Как мне нравится это полотенце, которое там висит. Уберу-ка я его из кадра. Так, пока уберу сюда к Масяне. Кстати, Персик у нас до сих пор не вернулся. Я вообще переживаю, куда делся наш кот. Он, конечно, не давался мне гладиться. Вредничал, но я этого кота все равно люблю. И где он, непонятно. Куда делся, куда мог уйти Персик. Ладно.
Сейчас я вам снимаю видео одно интересное. Обязательно его посмотрите. Про то, как бороться с черной полосой в жизни. А Лиза наконец-то совладала с Михаилом, не оголяя ему спинку. Я стараюсь снимать его прилично. Не совсем. В общем, они меняют памперс. Бегу им помогать, потому что надо быстрее поменять памперс и быстрее продолжать уборку.